друзья, буквально с минуты на минуту начнется грандиозный праздничный концерт, который посвящен дню рождения телерадиоканала «Страна FM» и дню рождения города Москвы. Итак, сейчас самое интересное, конечно же, на бэкстейдже, как готовятся к выступлению наши дорогие ведущие. Давайте у них и узнаем, какие эмоции, друзья. Эмоции через край. Вы знаете, дорогие друзья, мы ждали этого дня целый год. И вот, наконец-то, сегодня на Трубной площади в Москве будет грандиозный праздник в честь дня города и в честь дня рождения телерадиоканала «Страна». Ну, Рома, на самом деле, поскромничал, потому что не год мы ждали, а 871 год! Именно этот праздник! И сегодня здесь потрясающе, феерично и просто невообразимо. Сейчас узнаем у наших дорогих артистов, за что они так любят Москву и свою страну. Ребята, за что любите Москву и страну? Рассказывайте. За красоту. Это к стране или к Москве сейчас? Это к стране, к Москве. И за наших красивых девушек. За большие возможности. Я знаю, что там сейчас выступают ваши коллеги, и вы ни в коем случае не хотите им помешать. Давайте тогда шепотом скажем: «Я люблю страну FM». Попробуем? Три, четыре. Я люблю страну FM! Все, друзья, с минуты на минуту мы начинаем. И прямо сейчас наши ведущие и уже артисты, которые прибыли на площадку, делают массовое фото, заряжаются энергией. Ну и, конечно, я сразу же бегу к ним задать несколько вопросов. Марк Тишман, привет! Можно тебя на секундочку отвлеку? Конечно, отвлеку? Рад видеть, во-первых, с праздником. Спасибо огромное, тебя тоже. Сразу же с двумя праздниками, и с днем города, и с днем рождения телерадиоканала «Страна FM». Очень приятно, что ты не пропускаешь ни один наш концерт. Как ты готовишься к сегодняшнему выходу на сцену? Рассказывай эмоции! Я нахожусь в таком драйве и в таком режиме. Тем более, что я открываю концерт, поэтому мне ответ. Саша вот мне сказала, как ты начнешь, такой концерт у нас и будет. Поэтому, кстати, они уже пошли, значит, начинаем. Поехали, и мы тоже на сцену, ребята, все за мной. Ну что, друзья, вот и начинается тот самый долгожданный момент, который мы так сильно ждали. Мы начинаем! Концерт на Трубной. Все, наши ведущие Роман Шахов и Александра Хайруллина уже поднимаются на сцену. Пойдемте и мы вместе с ними. Вы только посмотрите, сколько людей сегодня собралось на Трубной площади. Приветствую вас здесь. Здравствуйте! И еще раз привет, Москва, столица! С днем рождения! Артистов, вы как приветствуете? Друзья, Москва! Встречается на этой сцене Марк Тишман! Белый след от самолета, небо над два раз сечет. Все, что было без тебя, все не в счет. В общем, я вас всех правда очень люблю. Я люблю вас за свободу, за независимость и за музыку. Как вам концерт? Это просто невероятно! Круто! А знаете, кто его организовал специально для вас? Телерадиоканал «Страна FM». Вау, ничего себе! Спасибо! Вы слушаете, смотрите наш канал, девчонки? Конечно, слушаем. Спасибо огромное, нам очень приятно. Здесь сегодня будет еще огромное количество звезд, поэтому не сбавляем обороты, продолжаем танцевать. А сейчас давайте скажем камеру громко: «Я люблю страну FM». Готовы? Три, четыре. Я люблю страну